Добрый вечер, дорогие друзья. Мы рады приветствовать вас в нашем прекрасном городе. Владивосток, привет! Сегодня мы собрались здесь, чтобы стать свидетелями долгожданного события. Совсем скоро жители Владивостока получат не только новую достопримечательность, но и технологичную, мультифункциональную площадку для претворения в жизнь самых разных, самых смелых идей. Все это станет возможно благодаря новому мультимедийному светомузыкальному фонтану. И уже сегодня нас ждет феерия воды, музыки и света. А наш вечер начинает набирать обороты. Давайте поприветствуем одну из самых ярких групп на Дальнем Востоке. Аура Бэнд. Со всеми вами любимыми хитами! Ну что, добрый вечер, друзья! Друзья, всем отличное настроение. Ждем от вас безудержных танцев. Но мы начинаем. Заряжай выше неба паруса, свой полет по жизни легким сделай сам. Заряжай, выше облаков паруса, выше неба паруса, свой полет по жизни легким сделай сам. Там, где потеряли, мы находим план, просто так опуска. Обретая снова крылья небеса, если босиком, не на каблука, просто потому что нам накатит бай, тельная пуска. Чтобы все начать сначала, so I say, поставим на всю, и соседи не спят, кто под нами внизу, вы простите меня. А потом о любви говорить до утра, это юность моя, что? И звук поставим на всю, и соседи не спят, кто под нами внизу, вы простите меня. А потом о любви говорить до утра, это юность моя. Мы сегодня точно не уснем. Не уснули, друзья! Этим буду до утра смотреть на звезды. Тебя греют мои руки и костер. Так красиво запуская искру воздух. Ветер ласкает глаза, солнце уходит в закат. Кто был со мной до конца, с теми не шагу назад. Ты мог бы стали сильней, но накрывает тоска. Я заберу всех друзей, и тогда что? Звук поставим на всю, и соседи близко. Кто под нами внизу, простите меня. А потом о любви говорит до утра. Это юность моя. Владивосток славится своими достопримечательностями. Всемирно известной Владивостокской крепостью, уникальным кампусом ДПУ на острове Русский, своими мостами, приморской сценой Мариинского театра оперы и балета. Да что там, перечислять можно бесконечно. Ну что же, и фонтан с Вера уверенно продолжит эту традицию. Готовы убедиться?
Да, да, вы все правильно поняли. Время для главной кульминации вечера наступит совсем скоро. Итак, открытие мультифункциональных площадок по всей стране уже стало доброй традицией сферы. Поздравляем Владивосток и всех ее жителей с этим замечательным приобретением. И для долгожданного торжественного запуска фонтана на сцену приглашаются Вера Георгиевна Щербина, первый вице-губернатор Приморского края, председатель правительства Приморского края. Александр Александрович Ведякин, первый заместитель председателя правления ПАО «Сбербанк». Константин Владимирович Шестаков, глава города Владивостока. Приглашаем вас к микрофону, Вера Георгиевна, прошу. Дорогие друзья, жители города Владивостока и гости, сегодня мы с вами присутствуем на знаменательном событии. Вводится в эксплуатацию объект «Музыкальный фонтан». Я хочу сказать, что идея его появления здесь, она появилась всего 5 месяцев назад, когда наш губернатор Кожемяка Олег Николаевич договорился с Грефом, договорился с председателем правления Сбербанка о строительстве здесь этого объекта. И сам объект возводился в рекордно короткие сроки. 2,5 месяца. А теперь, Александр Александрович, просим ваше слово. Дорогие жители Владивостока, дорогие жители этого теплого, замечательного, солнечного города, мы с огромным удовольствием дарим вам этот фонтан. Спасибо, Александр Александрович. Константин Владимирович, и ваше. Любимый Владивосток, с праздником! Я хотел бы поблагодарить ребят из Сбербанка. Конечно, такого шикарного подарка не мог себе помыслить Владивосток на Восточный экономический форум. Вы знаете, что ПАО «Сбербанк» профинансировал эти работы, администрация города Владивостока его построила, мы не подвели, как говорится, строили, строили, наконец построили. И сегодня мы сможем уже порадоваться. Все наши дети, я уверен, что весь будущий сезон будут только на этой площадке, но мы на себя берем дополнительные обязательства. В следующем году эта территория станет более благоустроенной. Здесь у нас появится, ну, давайте не буду раскрывать тайны, всем вам еще придется поучаствовать в маленьком голосовании за то, какой будет эта площадь. А пока город с праздником, давайте откроем наконец фонтан. И сейчас, в эту минуту, наступает тот самый главный момент. Мы просим наших уважаемых гостей совершить символический запуск светомузыкального фонтана. Давайте, друзья, все вместе. 5, 4, 3, 2, 1, пуск! Thank you.
Ура, друзья! Мы с вами стали свидетелями грандиозного и прекрасного события. Теперь этот замечательный подарок останется здесь и продолжит радовать всех жителей и гостей города еще долгие годы. Добро пожаловать на виртуозную встречу двух талантов. Ария «Царица ночи» Моцарта в исполнении солистки Приморской сцены Мариинского театра Ольги Жариковой. Спасибо, Ольга. Это вам подарок от Сбера. Браво, друзья, еще раз ваши аплодисменты. Владивосток может похвастаться потрясающим морем, портом, а теперь еще и фонтаном. Свободная водная стихия явно украшает наш город и дарит исключительные возможности. Море здесь объединяет множество островов, о которых сложено немало легенд и преданий. Порт связывает Россию со 104 странами, а фонтан теперь станет точкой притяжения гостей и жителей города. Нам абсолютно точно есть чем гордиться и привлекать людей.
Такой крутой салют бывает у нас только на День города.